Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, восьмиклассники. Сегодня лекции у нас не будет. У нас сегодняшний урок запланирован как практическая работа. Я очень вас прошу доделать все практические работы, которые были заданы вам раньше. Это и персонаж, антагонист, протагонист, плюс описание. То есть я хочу получить две фотографии и файл, либо два рисунка и описание в теле письма. Это на следующий урок нужно обязательно закончить задание, заданное с прошлого урока, то есть телешоу. Там тоже расписано, что вам нужно прислать. И еще задание, которое кое-кто не выполнил, это задание «Рассказ в картинках», которое мы выполняли еще в прошлой четверти. И многие из вас забыли, ну, либо не сделали, либо не успели прислать, да. Присылайте, пожалуйста, за это я добавлю дополнительные оценки. Вот, очень вас прошу не пускать на самотек, не делать вид, что нашего урока не существует. Я жду от вас работы и не подхожу слишком критично. Все замечания я вам пишу в ответ, и по возможности вы их исправляете для большей, для оценки выше. Поэтому очень вас прошу еще раз, сдайте все долги, пожалуйста. Спасибо, удачи!